друзья, сегодня тема удаления тату. Тема актуальная, многим это нужно, многие хотят, но не все могут. Идеальных способов удаления пока не существует. То есть это либо хирургический метод, когда остаются шрамы, иногда татуировку просто вырезают, так скажем, прямо кусочек кожи вырезают, стягивают, зашивают, остается рубец. Не всегда это хорошо, не всегда уместно, не каждый на это согласен, плюс это целая операция. Методы шлифовок есть медицинские, это все делают врачи. В ожоговых центрах я знаю, что даже пересаживают кожу иногда. Также из профессиональных методов можно выделить удаление лазером и удаление ремуверами. Ремуверы представляют собой, значит, определенный состав, который пробивается машинкой по месту татуировки. И теоретически татуировка должна выйти во время заживления именно после пробития этим ремувером. Но по факту это происходит далеко не всегда. И если происходит, то практически всегда не бесследно. Под перекрытие другой татуировкой результат, возможно, многих бы устроил. Без перекрытия это далеко не всегда красиво и то, что ожидает клиент увидеть. И способ существует такой, как лазерное удаление. Часто оно используется сейчас в салонах. Способ хороший, щадящий, но опять-таки не стопроцентный и далеко не все удаляется полностью. Иногда получается, иногда нет. Удаление лазером — это лотерея. Единственное, что здесь можно отметить, что от лазера при правильном его использовании не остается шрамов, рубцов и прочего. В худшем случае у вас просто не удалится татуировка, либо удалится не полностью. Сейчас посмотрим, как это происходит в реальности, вживую. То есть все увидите и увидите результат после первого удаления. Пока все. Сюда. Ну вот так происходит сам процесс. Занимает буквально пару минут, иногда даже несколько секунд. И дальше наступает процесс заживления. После процесса заживления можно увидеть то, что получилось. Сейчас на экране вы видите результат после первого удаления лазером. Результат, я бы сказал, неплохой, но и не идеальный. Но для первого раза вполне приемлемый. Можно обратить внимание, что в середине рисунка, там где наносилась татуировка покрасочной иголкой, вышло лучше, по контурам вышло хуже. Почему так происходит? Потому что контурная иголка, она как бы прорезает кожу, травмирует ее больше, и на контурах рисунок уходит всегда хуже. На тенях и на прокрасе всегда лучше. Если какие-то вопросы еще по этой теме, я прошу в комментариях задать, я сниму отдельный ролик, дополню этот, отвечу, может быть, просто в комментариях, но ответ обязательно будет, так что жду ваших вопросов. На сегодня все. Спасибо большое за просмотр. Ставим лайк, подписываемся и жду вас в новых тематических видео.